Доброе время суток, с вами Виктор Дубин. На этом наша прогулка закончена. Вот я сюда зашел, в эту бетонную карту, в общем-то, чтобы помыть сапоги. Но, тем не менее, вот здесь нашел еще 179. Вот такие мальки. 180. 181. 182. Вот пяток еще нашел здесь червячишек. Ходил по лужам, помню, с детства. Ну, как видим, здесь незначительные следы миграции все-таки есть. На этом все. Вот, гуляли здесь. Ночью малек. На этом мы с вами нашу прогулку заканчиваем. 180 штук спасли. Вот этому не повезло когда-то. Вот еще один. 185. Ну, если бы у меня было время, я еще тут еще погулял. Добрал бы до 200. Но подруга звонила, пора домой, и мы с вами на нашем лесопеде движемся вот через какой сюда и вошли, только что ехали. Мы с вами отправляемся домой. Таких же халявных в каждом городе, в каждом селе есть те места, канализационные воды идут. Поэтому договаривайтесь, вот как я, берите ключик и вперед.